Ёб твою мать, даже... Всем здорово! Поставьте по-братски сейчас лайк под это видео! Я только что маханул 6 кружек! 6 кружек кофе маханул! 6 кружек кофе маханул! Пошел играть в стендов, два меня тупо прет, меня тупо несет в разные стороны! Мне хочется убивать! Мне хочется уничтожать! Я сейчас буду играть так, как никогда не играл! По-братски, поставьте сейчас лайк под этот ролик, прожмите лайк, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. 6 кружек кофе я бахнул за пару минут буквально. Меня тупо прет, несет, я сейчас буду рашить, я сейчас буду уничтожать. Я не ставлю никому ни малейшего шанса. Я сейчас стану самым лучшим игроком. Стэн! Дов! Два! Поехали, первый раунд. Пистолеточка. Идите сюда, голубчики. Идите сюда, голубчики. Сейчас я вам буду вешать шишечки. Голубчики! Голубчики, идите сюда, голубчики! Блин, меня, ребят, в чате узнали, видно, не знаю, видно вам чат или нет, но это не важно. Мне вообще без разницы. Чё, видно, чё, видно. Голубчики, идите сюда, давай! Куда ты побежала? Давай, пошагай, пошагай! Иди сюда, сладенький. Come to папочка. Come to папочка. Боятся, сотрели, как будто знают. Они оба как будто знают то, что я под кофе. Я тупо насадил 6 кружек кофе. Я буду рашить, я никогда не буду сидеть. Я буду просто уничтожать. Я буду уничтожать, я буду уничтожать. Никому никаких шансов не оставлю. Нифигайте, тварь. Что ты ставьте, мыть конченый? Че ты стоишь, брат? Че ты стоишь? Иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Шанса на победу нету. Шанс. Ля-ля-ля-ля-ля! Ёб твою мать, да ты! Скоты вонючие, просто скоты вонючие. Просто скоты намучие. Ребят, если вам нравится такой формат, когда я тупо под кофе, когда меня тупо прет, нереально, поставьте лайк, если вам нравится этот формат, по-братски. По-братски. Нравится формат, ставь лайки, а потому что вообще, я не понимаю, что просто... Меня просто прет. Я хочу рашить, я хочу уничтожать, я хочу убивать. Меня просто нереально бьет, меня прет, меня распирает, я хочу говорить. Я не могу остановиться, я не могу остановиться, я как будто тысячу энергетика выпил. Это просто жесть, это просто жесть. Да, видали, что делает с людьми кофе? Вы видали, что... Я упал! Сын мамы! Зараза! А ну-ка, fucking boys and the fucking girls! And the fucking woman! Меня распирает, как это, я не могу себя контролировать. Я не могу себя контролировать. Я не могу, красава, тиммейт, красавчик. Братан, раш со мной, тупо раш. Тупо бери, братан, и раш вместе со мной. Бери, раш, бери оружие, с которым ты сможешь рашить. Не надо стоять, надо рашить. Стоят АФК, только крысы. Только крысы стоят АФК. Пацаны, подпишите комментарий, кому нравится такой формат по-братски. Я могу в следующий раз 10 выпить. 10 кружек кофе могу выпить. Я не могу запрыгнуть. У меня в глазах троится, я вообще ничего не понимаю. Я не могу запрыгнуть, я тупо в глазах троится, я ничего не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Рашить, убивать. Рашить, убивать! Варюка. Ой, гадость, ой, ты гадила, Алима, иди сюда. Шесть кружек кофе. У меня троица уже, не двоится в глазах. Я на гранату стал, ты гадость, вонючая, ты че мне подставился?
Че, что? Еще кофе. Ох, пошло добро, ёпта. Ой, пошло. Вообще ничего не понимаю, что происходит. Сейчас, подождите, пацаны, надо. Так, стоп, это вырежешь. Нет, вы думаете, я проиграю? Нет. Я затащу, я никогда не хотел так крашить. Я никогда не хотел так тащить, как сейчас. Пишет то, что бот голимый в тиме. Так, а если эти твари? Ёб твою мать! Что не получается? Я не могу никого убить, у меня не получается. Пацаны, не пейте никогда 6 кружок кофе, если когда-то кто-то захочет. Не пейте 6 кружок кофе, отвечаю, что ты гренни кидаешь, иди тащи, дура. Мы благополучно проиграли еще один раунд, но это ничего не показывает. Это не о чем я говорю, потому что я готов. Я заряжен. Нету шансов ни у кого, я буду рашить и уничтожать. Идите сюда. Бан! Я сейчас выбью дверь! Пока я там в себя приходил, он затащил раунд! Ой, красавчик! Мой тиммейт! Затащил раунд! Что ты пасёшка была? На! Бун! Взрывайся! Я хочу рашить! Я хочу бежать! Я энергичный, импульсивный, перспективный, молодой! Я хочу убивать, я хочу рашить! Раш! Что ты стала шоколадила, получила пасё, гадость такая! Получили оба, давай. Это еще не все. Кто-то писал, что я нуб. А может, все-таки это ты нуб, тварюга. Уничтожить, догнать, разбить и уничтожить. Рашить и уничтожить. Если я сломаю за этот ролик наушники, я обещаю. Те люди, которые изобрели этого ючок кофе, вы будете платить мне бабки. Пять тысяч с вас на новые наушники. Эти наушники стоят почти 5000. Зачем я это сделал и пошел играть стендов? Это какой-то бешеный формат. Это какой-то ненормальный формат для видео. А мне пофиг. Ты тварь. Вот так вот. Брал. И садил тебя на путь. Скоты вонючие. Я еще и закупиться не успел, да? Быстрей. Дробовик хотя бы дай. Все. Успел закупиться. У меня тебя тоже одного выйдет. Давай, брат, я бегу! Мне надо срочно отойти, ребят, у меня троица в глазах. Никогда не пейте 6 кружек кофе. 6 кружек кофе, никогда не пейте 6 кружек кофе. Я как будто выпил 1000 энергетиков. Отвечай мне плохо. Мне неплохо, мне хорошо. Я не знаю, мне хочется рашить. Иди сюда. А, сыкуха вонючая застала меня, да, сыкуха. Смотри, убегают, они все от меня убегают. Они все меня боятся. Они от меня убегают и боятся меня. Сыкуха! Я твой рот пёр, тварь! Все, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я выключаюсь. Если хотите еще один такой формат, если будет большой активность, в следующий раз выпью 10 кружок кофе. Если будет активно в этом видео, 10 кружок кофе. Ставь лайки, подписывайся, братан.